Одному из лучших спортсменов за всю историю омского спорта, Тимиржану Калимуллину, посвящены всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, которые состоялись 28 сентября в омском велотреке во второй раз. В этом году награды турнира разыграли 174 атлета из Омской, Самарской, Томской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Кемеровской областей, Алтайского края, Республики Хакасия и Казахстана. Такие турниры нужны прежде всего для того, чтобы чтить память о тех людях, которые писали историю нашего спорта. И на самом деле это некрасивые громкие слова, потому что Тимиржан Михайлович Калимуллин был представителем, легендарным представителем золотой эпохи классической борьбы Омской области. Всю жизнь отдал он этому виду спорта. До последних дней трудился с тренером. Здесь много находится его коллег по его спортивной карьере, его воспитанников, его друзей, коллег его по тренерскому цеху. В течение всего дня на арене омского велотрека проводились поединки в 12 весовых категориях. В синем трико Никита Мальгин на турнир приехал из Тольятти. До финальной схватки в категории 75 килограммов борец дошел без единого поражения, причем все поединки он выиграл досрочно. Самая тяжелая была полуфинальная. Расскажи про нее. Ну, вышел соперник мой знакомый. Я его знаю давно, мы часто с ним боролись. Вот. Он знает мою борьбу, я его. Ну, все равно у меня получилось выиграть. По финалу? По финалу финал был легче, чем полуфинал. Что для тебя значит победа здесь? Я после операции, это первое мое соревнование, ну, это дало мне уверенности. Удалось взять золото турнира представителю Курганской области Глебу Казакову. В противостоянии за первое место спортсмен, который, кстати, планирует в дальнейшем стать олимпийским чемпионом, превзошел соперника за счет верного настроя и поддержки тренера. Соперник был очень тяжелый, но я сумел его победить. В чем трудность была? Что тебе сложно было? Очень было мало кислорода. За камера приглашается борцы весовой категории до 75 килограммов. Вообще, как до финала дошел? Новосибирская область. Выиграл три встречи. Три встречи положил на туше. Успешно выступили и омские борцы. Им удалось завоевать золотые медали в пяти весах. Эта победа далась не сложно. Во всех, все схватки дались не сложно. Вот. Ну, эта победа, я считаю, главное, как самое. Турнир хороший, все были парни достойны победы, но получилось, как получилось. На следующий год будет чемпионат России, посмотрим, я, может, на него смогу его и выиграть. Напомним, что организатором турнира выступает Федерация спортивной борьбы Омской области при поддержке регионального министерства спорта и Омского отделения Всероссийского общества «Динамо».